Нет плохих наций, есть плохие люди. Привет, я Даша, и мне тут кое-что пришло. Такой вот пакетик от издательства Ripple Classic, в котором я выиграла книгу. Давай сейчас мы посмотрим. Я развязала пакет и вытаскиваем. Это барабанная дробь. Та-дам! Да, ничего не видно. Сейчас, еще секунду. Та-дам! Называется «Век чудес». Автор Карен Томпсон Уокер. Значит, на Ripple Classic я подписана в группе ВКонтакте, ссылку я тебе оставлю в инфобаре. Они вообще очень часто конкурсы организовывают и, как видишь, не обманывают. По условиям конкурса надо было написать свое мнение «Чудо это». И чудо это, когда ты выигрываешь книги, совершенно этого не ожидая. Вот. Она, правда, в мягкой обложке. Не люблю я мягкие обложки. Сейчас сниму ее, посмотрим, что скрывается у нас под обложкой. Смотри, какая красотень. Такой солнечный символ. Женский, по-моему. Да, женский. Тут такой хвостик. На фоне оранжевого очень красиво, мне кажется. Обычно под мягкой обложкой скрывается что-то невзрачное. Форзац тоже такой ярко-оранжевый, прям такой радостный. Вот, не буду тебе зачитывать аннотацию, ты ее можешь найти запросто в интернете. Вот, на это все. Я тебе желаю выигрывать, постоянно выигрывать. Удачи! Пока!